Добрый вечер, друзья. Вот, хочу показать вам. Опять снесся тигр сегодня, кладочка. И кладочка Пуларти. Вот это свежие яйца я положила сушиться. А там внизу старые яйца этих стуралисов у меня. Тоже я не оставляю сейчас на зиму. Вот, живут у меня дарки. Вот эта пара, я покупала их. Им больше года уже они у меня понеслись вот летом. А вот этот вот у меня недавно с ними живет. Это уже другой крови. Дарк тоже с геном роз. Вот, но они прекрасно уживаются втроем. Вот, а вот эта вот парочка у меня несется друг за дружкой. Уже, не знаю, какая шестая, наверное, кладка с лета по счету. Вот, две кладочки у меня лежат. Уже одна кладочка вылупилась. Вернее, две кладочки вылупилась, и одна кладка лежит. И все, больше я оставлять не буду. Хотя яйца все очень хорошие, крупные. Такие достаточно вот у них. Это все в сушку пойдет, и кальций-смесь пойдет. Сегодня я им даю из вкусняшек. У меня отруби с травой перемолотые. Вот тут вот тоже разные. Они очень у меня редко это едят, но... Очень любят все улитки. Их помыла сейчас, немножко по суше сделала в террариуме, потому что очень текло. Прям болото болотом было. Может быть, из-за этого они так кладки часто делают. Вот, промыла. Вернее, мох их не промыла, убрала сушиться. Я положила им мох по суше. Немножко сбрызнула его чуть-чуть. Вот, чтобы ну, не был он такой. Вот этот, кстати, мох, он очень быстро высыхает в террариуме. Это не сфагнум. Поэтому он быстро высыхает. Вот. Вспышка отключилась. Вот, сделала им по суше. Думаю, может быть, они не будут так часто у меня нестись. Вот тут у них кусочек ягеля. Я его промыла. Ягель я промываю. Я его не выкидываю, по сути, промываю. Ничего с ним не будет. И кладу снова в террариум. Вот. Ну, тигры как-то не особо, но некоторые зарываются в него тоже. Вот. Немножечко у них сегодня приборочку сделала. Сейчас просто хотела кормить, заглянула. Я перед тем, как доставать контейнер, ну, я достаю и сразу заглядываю на дно контейнера. Я всегда так делаю, проверяю. У улиток, которые уже у меня несутся, я проверяю периодически. Вот. Если нет кладочка. И вот такая аккуратная кладочка была по центру контейнера. Кто-то вот снесся из них. Вот из этих дарков. Вот. А этот малышек нет, он еще не несется. Но он живет с ними. Ну, сколько месяцев? Может быть, два он с ними живет. Может, чуть меньше. Я не помню, когда я его приобрела. Ну, они отлично уживаются. Тигры же, вы знаете, любят компанию. Они по одному плохо живут. Вот, а тут втроем. И хочу я тоже съездить в светофор, приобрести контейнер большой на 60 литров. И 5 тигров туда хочу посадить. Ну, не этих, не дарков, а стандартиков с альбинками я хочу посадить вместе. В один большой террариум. Ну, вот сделала по суше, да, такой мох. Они быстро все у них все заболотится, быстро. Хотя дома жарко довольно-таки, сохнет быстро все у них. Сейчас влажность низкая дома, раз батареи работают. Поэтому я часто увлажняю, может, поэтому и заболачивается сам торф. Вот. Ну, как-то так вот решила вам показать. И мисочка вот такая, кальций уходит у них. У всех тигров уходит, ну, в двух контейнерах я ставлю тиграм. Два альбиноса у меня живут отдельно. В 20 литрах они живут. Я их садила в большой контейнер, садила с компанией, с большой. Ну, они какие-то пассивные улитки. Они вот сидят на одном месте, они не закапываются. Они не несутся, хотя им уже, наверное, года два, и они спаривались. Ну, вот как-то вот так вот. И не очень красивая линия сама по себе у них. Ну, я бы так сказала. Вот это вот очень красивые улитки. Видите, да, какие они. Полосатики все. Хотя сейчас вот они уже как начали нестись. У них уже этот рисунок потерялся, да. Это подростковый рисунок ихний. Вот видите, какой пошел уже у них рисунок полосы. Просто идет, как бы, хоть они и несутся, но у них вот идет просто, они растут, но одним цветом получается.
Извиняй, пожалуйста. И у этого тоже тигрика. Мы покажем. Он грязный весь в торфе. Тоже получается, видите, были зигзаги в свое время. А сейчас вот просто идут приростики хорошие, ровные. Но идут полосочки с однотонным рисунком. Это вот присуще тиграм, уже которым больше года. Они вот так растут. А этот вот еще пока, видите, у него еще рисунок такой зигзаг идет. Он еще подросточек, ему года нет. Ему, по-моему, нет года. Он еще небольшой. Вот. Вот такие вот мы красивые несушки. Вот этот вот потемнее немножко у него. Смотрите, более такая темная. Будем ждать от него, деточек. Ножка и голова. Вот смотрите, вот даже видно, да? Вот. Отличается. Линии разные. Но все они как бы даркие. Темноногие тигрята с геном рост. Но я бы не сказала, что у них там апексы розовые. Нет, такого нет. Вот у некоторых тигров я видела, да, на фото, что прям розовые такие апексы у роз, которые дарк роз идут. А эти вот, хотя они и роз, с геном роз. Вот такие. Разбудила просто, да, ребята, время еще и не вставали они. Но я вот решила приборочку сделать, у кого-то прибраться, кого-то пересадить, поэтому вот. И за одним вот сейчас занялась яйцами. Переложила их, перемыла их и буду потом посушиться. Буду молоть в кальций смесь. Так они у меня в таком большом, они живут в террариуме, им всего хватает здесь. Места достаточно. Тут даже можно, наверное, четверых посадить тигров. Ну, вот они троем. Они так и будут троем жить. Я их не буду ни с кем ни селять, ни расселять. Пускай живут троем. Вот, будем ждать вот от этого черненького малышей.